трех мостиков потом сидят. А потом охранники приезжают, и по идее это забор, что мы дурам тут перекрыли хозяин. Ну, короче, я не знаю, какие бреды, что они сидят. Это такая организация, просто, ну, тут много, блин. Вот тим більше, в тому році, типу, були щось, коротше, вибухнуть, почали розказувати, що зарплати не платять, типу, не заплатять. Ні, це неправда. Ні, казали, типу, що зарплатилися, потім проти вас. Це було не тому, що не заплатили, а вони хотіли покинути. Вони сказали, що вони не були на кафі. Ми вийшли на кафі, що все. Мы не все равно пойдем на кафе. Они хотели заплатить, но они хотели. Ой, ты же тоже не алкоголь, Вова тоже был во всей жизни. Не было. Был Вова, да. Вова только один. Нет, Вова сказал, мне на не сам лично говорит, что он тоже был против Артема, типа, вы бегуты, я типа, мам, типа, ты что? Ты что, были, типа, собираются, типа, выступали. Скажи, я тоже был, типа, ну, что вам сказал? Ну, так, там есть просто активисты, которые... А ты даже мясо знаешь, да? Восьмой на шесть. Шановный, не всегда это была сумма? Пойдите лунька. А мне все, как бы, спиритуально... Ну, так и что, от нее убудет или что? Ну, на не можно. Убудет от нее или что? Ну, взагалі не можно всегда. У нас просто такие правила, что нельзя. Да, знаете, просто там хорошо работал, и он тут сюда ходил, он... Может, с ними просто пришел как масок. Знаешь, мне что-то, меня тут и подсказывал один раз, красный. Другой не скажу. Не, он хороший. Это все меня тут и я. Ну давайте посмотрим. А кто будет показать? Так, нет, там была девушка, у нас Марина ее звали, она... Первый пошел. Она собралась. Инициатором была. Ну она вообще так, она вообще не работала. Там ноги возникали, но она вообще. Марина, це... На твердеця була. Така, не на матчі. Вона така, сюди все нахуй. Вона вийшла вчора її не зміни. Ага. Тоже місто, в одно і тоже. Вона і сейчас сюди там є. Вона просто подобається. Так, вона і сейчас поблизу. В цьому вже... Телеграм, вайбері цього, тому що зламували вайбер багато. Так. Це буде твоїло, чи вийшло? Так, от я ну, це я поспілкувалася з папусом по вайберу, типу, за кожу хороше, що є ще фотографія, тому що типа книжка. А що тебе кажуть, типу, з вайберу? А він здається, чого потім він одразу автоматом за самого айфона навіть. Тому що він там зламали, коротше, я їм тільки типу, що добре, бо там якась фотка така, яка сіла, типу, тому я розумію, що не знаю. Ну, це сьогодні там пізніше, що там такі групи. Супервайзеров 50. Супервайзеры, да. Когда все закидали, там типа, знаешь, как это? Как вот у... Как вот, как в те времена, знаешь, когда были? Да. Ну, что это, Саша? Я не знаю. Ты же с Банько ходила там. Катя я взял. Катя лично, я ее привез. Не, вона сьогодні тут була. А, була, да? Да. Може бути столик, я не знаю, моя її ще не бачила. О, вона ще ти не магнітка пускала. А? Вона не повинна була ще раз підбирати, щоб її магнітка зробити. Да, вона була, вона такі фотки, я тут не знаю. А ти, як ти їх, я в цьому. Да. Як день рожа там називається? Хочу добавити. Ні, не знаю, я не знаю, хто там. Артема Гальчукаєва. Каждый день выгорал здесь на выставке. Я говорю, девушка, слушайте, вы горите заходите. Она нам будет, как раз после этой забастовки. Нам народ, люди нужны, видите, устройство потом. Она даже можно, говорю, да. Они видите, комнату записывают. Это она записалась и говорит, все нормально плавало. Они плавало отсюда туда и обратно. Да, и потом попрямляла. Ну, понятное дело, она такая девочка вообще нормально. Я думал, что на выходе можно будет сделать. Не, у нас там вроде не выходит. У ней парень богатый. Ну да. Катя, подарок. Катя, она так сказала, и вспомнила, когда она так радовалась, что ты просто моду. Сразу после сезона. Ну да. Это вот сюда. Сразу после фотки, там все такое. Вот это. А сейчас у меня можно выходить? Да,
Троянина, да? Там такая шпала, черный стиль. А вы что, знаете, они же так встали, типа, а вы же вас утрачу встали, типа, ну что делать за меня? Скажу, ну, не знаю, хай стоять, типа, это разница. А, такие, ну, окей, тоже. А як вы знаете, что Наташа? О, классный я, типа, и став такий, типа, розбіг такий на десь там, і стоїть такий стрільня, типа. Дивіться, я така, блядь. Короче, я так, типа, хтось мені на поставку за... А, будь мені сиділа, вчалася, типа, стрільня. А, там третій патруль, що були сьогодні, будь мені, там, той грамі, я такі пошли, типа, але так, що кажуть, типа, понад просто бачень, по нема, кого є, кажуть, смотри, такі, так, поставку нам його. І я таке скидаю, просто сиділа, сиділа. А проявляю просто, кажу, заберіть його отсюда, я вам кажу, його отставлю, без питання. А він каже, ні, не надо, типа, що ти начинаєш? Така ж просто так. Це ж, ну, між 34-35-м, просто ми тут, я на цьому, коли вже вжаю, ви з'єдуть. Тобто, стрима, це взагалі така. Так що, стрима? Стрима, це юбка, стелька, походу, не те, що на ньому діє. Я ж не буду йому письмо за косою передавати, Кирилла. Такой вот такой с ногтями только длинными, такой вот сигары. Вот такой вот ходит. Я тебе говорю, это не женщина. Мы его там долго перебежали, но потом перестал. Мы его туда заводим. Типа не дудист? Ну не дудист, он голубой просто. Ну, знаешь, а что он голый нахер будет? Ну да. Ну так, все же не заметит. Це ж сидіть там. Ну, ми його потім вирішили. Може, він там... Ні, просто ми дотягнули. А ще таке, що ми тут була у нас така галера. Галера і що? Галера, короче. Ось сюди ось таке стане, такий позір. І ось тут там нічого хорошого. Нормально. Но там на него так не бегать, а там позже, когда Виталий работал, там так прогрессивно, так постоять там все два, спиной, знаешь, у меня так на какой-то крышу, это, знаешь, вылетели из Вильны, какой-то мотор там внутри работает. Это песок нападает. Это мотивирует. Потом что-то его куда-то и на Леру как-то. Давай! Да не! Она, короче, продолжает, типа, такая лодочка, короче, такая... Оля, тебя не! Она что-то знает, типа, там, премии... Ну, быстрее на свое место возвращать. Реально, типа, все так дети, и вот эти начали, тут была сейчас не то. Я просто, я такая, знаешь, типа, сижу, как это место слышу, а там такая лодка, нормальная, реально, в старые времена. Это типа, нифига себе. Ага, а вдруг они его потом подняли, а ты там уже стоял? Скажите, ты только трогай. Сюда бегут все помогать. Да, правильно. Делают... А когда на камере? Да. Да. Блин, у вас сейчас реально плавно. Сидишь, я Wi-Fi,